Что мы здесь проводим? Это процесс переозначивания. Значит, когда то, как вы называете проблему, продолжает эту проблему поддерживать, усиливать, культивировать. Когда вы находите другую рамку, в рамках которой вы пересобираете то, что вы делаете, и из благородного такого страха, работы, вот найм, фриланс. Не, ну классно, далее. Сама же себе в этом не признаешься. Да. Это когда переозначиваешь, что дальше у тебя появляется внутренний ресурс для того, чтобы эти свои силы, которые у вас, безусловно, есть, и опыт, и знания, там, и так далее, просто перестроить вот в такую боевую конструкцию. Угу.